Ирина Капустина, которая в последних играх страны выглядит там чуть ли не лидером команды сейчас. И у меня вопрос не про ее игру, а вот с точки зрения тренерской работы, да, как вы считаете, вот сейчас это вот пик или все-таки есть куда расти, и вы видите, что это еще не предел? Ира молодец, что она все время стремится да, сделать все на максимуме. Это очень хорошо. Да. Но есть еще, конечно же, масса моментов, которые надо улучшить. Да, это количество ошибок, это ну, всевозможные обманы, накаты, удары, отыгрыши, да, что хотелось бы видеть с ее стороны. Но мы над этим работаем, и она старается и, конечно, хочет этого достичь и хочет расти сама. И это самое приятное для тренера, когда ты говоришь что-то, и человек воспринимает это и хочет попробовать, хочет достичь.